Вячеслав Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 дорогой Вячеслав Викторович. Очень рад вас видеть. Спасибо вам. Спасибо. Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летием со дня рождения. Володин Вячеслав Викторович, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, удостоен ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Александра Невского первой степени. Достоин! Достоин, достоин, достоин! Сердечно благодарю вас за ваши труды, за мудрое руководство Государственной Думы и за тот, конечно, несомненный вклад и в церковно-государственные отношения. Ну вот, а это цветы спрошу принять.